Я хочу вас поздравить с тем, что вы поступили в один из лучших вузов нашей страны. И то, что мы сегодня делаем и выбираем лидеров, мы хотим, чтобы ваша жизнь с первого по четвертый или по пятый, кто как учится, да, чтобы она прошла весело, интересно, и чтобы вы на всю жизнь запомнили свои студенческие годы. Мы их, вот, например, с Сергеем Александровичем очень хорошо помним, у нас было очень весело. И все будет зависеть от вас, от ваших хороших проектов, которые мы потом уже реализуем, вы будете сами их реализовывать, но мы будем искать какие-то деньги. Так что я вас поздравляю, удачи вам!